где-то рядом с водой. Сюда руку. Времени у нас нет, план у меня такой. Вот наша пещера. Здесь вход. Всегда охраняет автоматчик. Вот он. Я предлагаю следующее. Я выманиваю этого одноглазого сюда, подальше от пещеры, передаю ему воду. Он поворачивается, идет к пещере. Я толкну его в спину, он упадет. Вы на него нападаете вдвоем. Я перескакиваю через него, нападаю на автоматчика, отнимаю у него автомат и вырубаю его. Если как-нибудь получится. А если вот так не получится? Ну, сами предлагайте что-нибудь. Жаль. Очень жаль, что у этого полицейского нет наличия пистолета. Вы знаете, почему наши менты никогда не теряют своего оружия? Почему? Да потому что их за это лишают 13-й зарплаты. Ну при чем тут 13-я зарплата, Альберт Николаевич? Ну поконкретнее можно что-нибудь? Значит так. Докладываю. В условиях ближнего боя, при такой разнице в вооружении, успеха можно достичь внезапным появлением и благоприятным рельефом местности. Ни того, ни другого у нас нет. А в этом узком проходе любой боец, вооруженный АКМ, может запросто уничтожить даже целую мотострелковую роту. Вот так. Ну и что делать? Делать-то что? Докладываю. Пещеры такого типа всегда имеют а. Вход, б. Выход. Вход А охраняется противником. Значит, наша задача какова? Какова? Найти Б. Выход. Тогда мы можем зайти с тыла и атаковать противника. Ну? Что ну? Далее чего? Найти выход. То есть пойти в разведку. Разведка. Вкусно пахнет. Пусть она ест первое. Иди сюда. Почему она? Я тоже хочу есть. А я еще и жить. Давай сюда. Учись терпеть. На, ешь. Что это с ней? Рыба отравлена. Русские сволочи. Я их предупреждал. Я же сказал, что она будет пробовать еду первой. Что теперь делать? Не знаю. Что страшное, гнилье корявое? Отнесите ее на топчан. Я так испугался, чуть аппетит не пропал. Смотри, как будто настил. Видишь? Это крыша. Пойдем. Это его. Дождемся его. Холодно. Руку. О, бери кисточку. Теперь тебе моя рука. Я не могу понять одного. Вы собрались в круиз на океанском лайнере. Но почему вы согласились сесть на сомнительную посудину с сомнительным капитаном? Я сама теперь не могу понять. Как-то так получилось. Когда я взялся за ваше дело, то сразу же понял, что здесь что-то нечисто. Теперь вы все знаете. Пока не все. Вы куда собрались? В разведку. Какую разведку еще? Отставить разговорчики. Андрюха, Жуков, вы обходите слева. Оружие отдайте милиционеру. Спрашивает, зачем ему палка? Ну что, в детстве в войну не играл, что ли? Ну что стоишь, давай иди, прикрывай. Хап-хап. Держи друзей рядом. Врагов еще ближе. Армейская мудрость. Осторожное раскрытие себя врагу влечет за собой провал разведывательной операции. А это уже серьезно. Сейчас проверим. Ты что, не нашел другого места? Собирать. Ну вот нам только еще штурма не хватает. Я надеюсь, у Лизы с ядом получится. Что вы говорите? Если он не придет. Ты горячая. Нормально. Угу. Угу. Мама всегда так делала, когда я болела. Расскажи мне про своих. Моя мама все время сидела на бесцелевой диете. Отца заставляла, меня. Всех подряд. Скучаешь? Нет. Почему? Я пойду тебе воду наберу. Видел мотоцикл, конец да. По виду. Видел? Гитлера, наверное, видел. И Гитлера его перекрашивают, я так понимаю. Потому что с этим это очень страшно. Не это Урал, Днепр или что это такое? Урал. И что, и задняя передача есть? Есть. Сумасшествие какое-то. В Лондоне видел моцик, Голдвинг называется. Объем 2000 кубов. А что за Голдвинг? Голдвинг? Это такой мотоцикл у Хонды. Там хороший штатный звук уже идет. Хромовый обвес и весь в подсвет. А это кто такой? Это? Да это одного женого старика, сын или… Ну, а что он такой? Да он вообще дебил. В смысле? Ну… Слышь, дебил! Иди сюда! Да иди сюда, говорю! Идем сейчас покажу. Лёва, здорово! Как дела? Дай посмотрю. Ты вон, смотри, какой вырос, а? А все в солдатиков играет. Да? Держи, держи. На. На. Че, на, играй. На. Зараза. Что, охренел, а? Что, оборзел вообще? Урон. Слушай, не, подожди, парень, что вы делаете? Хватит уже, чего докопались до меня? Пацаны, смотрите, он за дебила заступается. А что ты за него заступаешься? А что бы мне за него заступиться? За этого дебила заступаешься, да? Да сам ты дебил. Ну все, ну, Лошенька, ну все, успокойся. Все уже позади. Спасибо вам, молодой человек. Добрые люди в наше время. Тихо. Это редкость. Вы заходите в комнату, там полотенце, оботретесь. Спасибо. Ну все, ну чего? Вот и хорошо. Успокойся. А что такое? Тебе помочь? Нормально, ничего. Что теперь? Можем оставить здесь. Можем отнести китайцу. Решать тебе, это твой отец. Я не могу это взять. Просто так взять и уйти. Уверена? Я в жизни не взяла ничего чужого. Не знаю. Вроде ничего. Вроде да. Есть будешь? Нет. Андрей, если я правильно рассчитал, через 1,5 месяца Новый год. При чем Новый год? Ну как? Ну как? Новый год. Праздник. Самый лучший. И вы с Лизой встретите его вместе. И все у вас будет. Жизнь, праздник. А я остался совсем один. И в праздники, и в будни. Хотя моя жена совсем рядом и в полной безопасности. Вот Андрюха и спрашивается, что лучше. Ладно. Ты поспи. Поспи, я подежурю. Я жаворонок. Я на рассвете ни в жизни не засну. Поспи. Алло, Нелли Степановна, с наступающим вас Новым годом. Вы паспорт не теряли? Ну вот, он у меня. Тут недалеко. Я, главное, так расстроилась, думаю, ну, мог с ним, с кошельком. Ну вот то, что документы пропали, это, конечно, трагедия. Спасибо вам огромное. Я так рада, что они нашлись. А вы знаете, у индусов считается, что если они что-то украли, значит, болезнь у тебя забрали. А у индусов опоздание менее чем на 6 часов вообще не считается опозданием. Серьезно? Вы садитесь, не мерзните. Алло, Резунь. Ну ты где? Я уже почти готова. Ты едешь или нет? Резунь, тут, в общем, такая ситуация. Мне надо заскочить еще в одно место. Какое место? Ты обалдел, что ли? Нам выходить не позже 10, сейчас уже без 15. Нет, ну приедем чуть попозже. А что такого? Подождут. Да какой попозже? Что ж ты такое говоришь-то? Я не хочу зайти в ресторан последний и сломя голову нестись к столику. Я понимаю, конечно, тебе все равно, как я выгляжу. А мне нет, мне не все равно. Ни как я выгляжу, ни как ты, ни как мы вместе выглядим. Лиза, ну не начинай, ну что ты начинаешь? Хорошо. Что за дело у тебя образовалось? Мне надо заехать к Дэвиду в гостиницу. А послать тебе, конечно, некого. Послать некого. Тебе Дэвид дороже собственной жены. Запах елки. Ай, мой любимый запах. Правда? Правда, запах детства. Часто в основном все искусственные елки. А вы знаете, это моя первая настоящая елка. Да вы что, серьезно? И это первый Новый год, который я праздную в Москве. А-а-а. Я вас поздравляю. Спасибо. Гостей, наверное, много придет, да? Mm-mm. Мы с подругой квартиру снимаем. Ну, она к родителям пойдет праздновать, а я из-за работы останусь. Что же у вас за работа такая? Я занимаюсь дизайном портьер и штор. Ух ты! Все такое. Так что вместо игрушек на елке будут ленточки из разных тканей. Оригинально. Нет, серьезно, мне правда кажется оригинально. Мне кажется, это интереснее, чем вот эти банальные шарики, шишки. Звездочки. Звездочки, извините. Партнер по бизнесу достал. С Новым годом вас! С Новым годом вас! С Новым годом. У вас телефон звонит? Да я слышу. С Новым годом! С Новым годом! Ой. Вот, возьмите, пожалуйста, деньги. Ну что это такие? Какие деньги? Да нет, ну так нельзя, правда, возьмите. Послушайте, уберите ваши деньги и с Новым годом. И вас с Новым годом. Андрей, я же просила тебя быть не позже 10. Успеем. Успеем, Резунь. Сейчас уже 23:25. Если ты перестанешь включать свою кукушку, быстро наденешь шубку, мы с тобой замечательно успеем. Давай. Что? Сначала скажи мне, где ты был. Я же тебе говорил, у Дэвида в гостинице. Каморин, не держи меня за дуру. Правду мне говори. Ну, какую правду, Лиз? Поехали, я тебе по дороге все объясню. Сейчас мне объясняй. Алло, Гер, вы уехали уже? Уехал уже? Так, все, я понял. С Новым годом! Здрасте. Здрасте. Вот, пришел посмотреть ленточки на ваши елки. Спасибо. Думаете, мы вернемся? Очень на это надеюсь. Мне хочется разгадать эту головоломку с вашим кораблекрушением. Разве это головоломка? Конечно. Капитан отправил судно на дно и сам сбежал. И что, по-вашему, это значит? А вам не кажется странным, что тело капитана оказалось на острове? Да, действительно странно. Когда мы первый раз вступили в переговоры с этими тремя из пещеры, они тоже говорили странные вещи. Какие? Что наше кораблекрушение – спектакль. Что они должны были осуществить какой-то план, а мы им помешали. Интересно. Они кричали, что мы сговорились с капитаном и обманули их. Разговорились с капитаном. Кораблекрушение – спектакль. Ну разве это не головоломка? Тут есть над чем подумать. Да уж, головоломка. Папа. Катя. Катя. Папа. Кать. Папочка. Катюш. Папочка. Слышишь меня? Катя, это я. Пожалуйста, отдай сокровища китайцу, пожалуйста. Пожалуйста, поговорись. Мама. Мамочка, пожалуйста, поговорись. Знаете, а я видел, как ваш Лёшка больной, человека спас. А он не больной, он просто другой. Мир, Паша, это только площадка для игр кажущегося. И жизнь нам дана, чтобы побороть это кажущееся знанием истинного. А я смогу так же? Если сильно захочешь, сможешь. Ну, а если не получится, значит, не очень хотел. Доброе утро. Нет, она сбежала и Пашу с собой вела. Вадим. Еще неизвестно, кто кого увел. Я очень переживаю за Пашу и за Катю. Да ничего с твоим Пашей не случится. Не говори так. Я говорю так, как оно есть. Это он ее увел, понимаешь? Он. Нет, Паша не опасен. Он мирный мальчик. Ну что ты делаешь, что? Он мальчик, а она девочка. Паша не такой. Ага. Такой других не бывает. Где они могут быть? Не знаю. Может быть, попробуем их поискать? Ладно, я сам найду. Вадим, пожалуйста, не уходи. Или возьми меня с собой. Ну куда, куда я тебя возьму? А? Куда угодно. Где ты живешь, там и я буду жить. Ну, все, ты останешься здесь. Если придет Катя, скажи ей, чтобы она нашла меня. Как нашла? Где? Просто скажи ей это. И все. Здравствуйте. Не подходи. Не подходите. Испугал. А я не пугаю их ночью. Не подходите. Железяку. Не подходите! Пошли, пошли быстрее! Чертова пещера. Холодно. Поменьше валяйся на земле. У меня нет сил. Смотри. Там крыса. Где? Вот же она. Сидит, смотрит на меня. Это моя кепка. Кепка. Только что была крыса, а теперь кепка. Как такое может быть? Как крыса может быть кепкой? Откуда здесь петух? Пальма упал, что ли? И как тебя угораздило? Картограф где? А я откуда знаю? Так это он тебя, что ли, приложил? Вот стоило оставить расположение, и уже жертвы. Ну, я понимаю, по пьянке. А вы-то как дети малые, ей-богу.